Thank <laughs> you. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем наши лекции в рамках программы «Гиппократ». И сегодня тема лекции «Головная боль. Алгоритмы и схемы». Эту лекцию мне помогала делать наш клинический ординатор Наталья Валерьевна Морозова. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну что ж, давайте начнем. Итак, основные факты. Ну, не секрет, что а, головная боль – это, пожалуй, что самая а, распространенная жалоба, а, с которой пациенты приходят и к врачам общей практики, и к терапевтам, и к врачам-неврологам, и к врачам-кардиологам, и эндокринологам. То есть это вот а, топ-5 а, жалоб, а, с которыми мы, а, как врачи, в повседневной жизни встречаемся достаточно часто. Головные боли входят в число самых распространенных расстройств нервной системы. И по оценкам на протяжении последнего года почти половина взрослых людей испытывали головную боль, боль по меньшей мере один раз. Ну, естественно, большинство людей испытывало ее и не один, а достаточно много раз. Но более 30% из этих людей сообщали именно о мигрениях, потому что это тоже достаточно распространенная патология. Конечно же, регулярные головные боли – это дискомфорт. Да? И в общем-то, это такое, помимо личного, это и общественное бремя, потому что часто такие пациенты, такие больные вынуждены брать и больничные листы, чтобы, ну, скажем так, да, уменьшить проявление, да, вот этой головной боли. Несомненно, это финансовые затраты, потому что лекарственные препараты стоят денег. А наши пациенты могут просто так прийти в аптеку, да, спросить у провизора лекарственный препарат, и ему дается огромный выбор. Кто-то выбирает самое дорогое лекарство, потому что, наверное, оно самое эффективное, кто-то там выбирает. То есть это тоже определенная проблема. И, к сожалению, это происходит зачастую не по назначению врачей. А еще важный момент, важная история, связанная с головными болями, к сожалению, во всем мире достаточно малое количество людей получает соответствующий диагноз. И головная боль по своей сути недооценивается, не распознается и не лечится именно в надлежащих тех масштабах, которых, которые необходимы. И конечно, говоря о головной боли, мы говорим о том, что нет никаких различий особенных по регионам, по уровню доходов наших пациентов, по возрасту. есть только частота связанная с полом, да, то есть определенные головные боли чаще встречаются у мужчин, да, какие-то какие у женщин. Но в общем-то речь идет о том, что это такая проблема общераспространенная. Конечно, готовя сегодняшнюю лекцию, мы опирались на клинические рекомендации, те, которые одобрены Министерством здравоохранения Российской Федерации. Мы опирались на клинические рекомендации Российского общества по изучению боли. Кроме того, конечно, изучали и иностранную литературу. Да? То есть все это использовалось в подготовке нашей лекции. Но прежде чем разговаривать более конкретно о каких-либо видах головной боли, давайте обратимся к классификации третьего пересмотра от 2018 года. Итак, головные боли делятся на первичные, вторичные или симптоматические и болевые краниальные нейропатии. Первичные головные боли – самая частая патология, к которой нам могут прийти, хотя нет, скорее всего, даже вторичные, но... Она основывается исключительно на общении с пациентом, которое из анамнеза можно выявить. Причины, причины следственной связи и все. То есть здесь надо понимать, что при первичной головной боли а, тщательное обследование не выявляет а, каких-либо органических причин да, для вот этой боли. То есть выполненная МРТ или выполненная компьютерная томография, томография ничего нам не даст, не даст нам ответ, почему у пациента а, болит голова. В то время как вторичная головная боль а, ее можно выявить а, по причине-следственной связи. Самая распространенная причина, с которой нам с жалобой на головную боль, к нам приходят э, те же гипертоники, поднимаются цифры артериального давления, особенно часто при гиперкризах, к примеру. И, соответственно, при э, искоренении причины, головная боль уходит. Ну, к примеру. Ну, то есть вторичная, она на то и вторичная то является она симптоматической, да, то есть следствием какой-то другой а, проблемы, которая а, здесь хочется сделать очень важный акцент на том, что а, вот именно по научным данным это заболевание а, может привести к головной боли, потому что а, есть еще такая история как мнение врача, но вот здесь нужно понимать, что мнение врача должно совпадать с научной базой. И если вот по научным данным это заболевание может привести к головной боли, тогда мы говорим о вторичном виде головной боли, о симптоматической головной боли. В принципе, более подробная классификация вы можете ознакомиться на данном слайде. К первичной головной боли относится мигрень, головная боль напряжения пучковая или кластерная головная боль и другие тригеминальные вегетативные цифалгии, а также другие первичные головные боли, связанные с физическим напряжением и другими видами активности. А вторичные головные боли, думаю, перечислять не стоит, потому что все-таки это будет уже более выявлено на определенных инструментальных и других видах обследования. Ну, к примеру, связанные с травмой головы или шеи сосудистые поражения головного мозга и также есть третий вид – это краниальная неврология, центральные и первичные лицевые боли и другие головные боли. И вот посмотрите, пожалуйста, еще раз на этот слайд, да, с этой классификацией первичных и вторичных головных болей. И вот следующий слайд. Он очень интересен. Он интересен тем, что а перед вами, в общем-то, статистика распространенность первичных головных болей и вторичных головных болей. И мы видим, что первичные головные боли встречаются в 95-98%, а вторичные головные боли занимают лишь 2-5%. И в этом отношении мы должны говорить о том, что, конечно, у нас в нашей стране, в Российской Федерации, Отмечается гипердиагностика вторичных головных болей, то есть каждую головную боль врачи стараются связать с какой-то другой болезнью. Вот Наталья Валерьевна привела пример гипертонической болезни, но примеров на самом деле много. Любимый диагноз остеохондроз часто у нас является да, провоцирующим фактором головной боли, хотя это совершенно не так. А, гипертоническая болезнь, да, является а, поводом для появления головной боли, но только в единственном а, состоянии, когда у пациента гипертонический криз. Как только гипертонический криз разрешается, голова должна перестать болеть. Голова у пациента с гипертонической болезнью не может болеть весь день. Ну либо, если только он у вас не находится весь день в состоянии гипертонического криза, ну что является вообще а, достаточно угрожающим состоянием. В такой ситуации пациент нужно просто отвести в стационар и ему а, должна быть оказана соответствующая помощь. Поэтому а, прежде чем а, устанавливать диагноз, а, хотелось бы, чтобы вы а, держали это в голове эту статистику, потому что она является а, достаточно важной. А теперь два примера, две клинические ситуации. Да, мы говорим о первичных и вторичных головных болях. Первый пример. Пациентка 32 лет, которая обратилась к врачу общей практике с жалобами на головную боль, тошноту во время приступа этой боли. Из анамнеза морби нам известно, что жалобы на головную боль беспокоят с 7 лет, когда впервые возник этот приступ, сопровождающийся тошнотой и рвотой. Был установлен, установлен диагноз бенгрень без ауры». Приступы беспокоили один-два раза в месяц, купировались приемом НПВП. После первой беременности отметила, что головные боли стали беспокоить реже, однако их продолжительность увеличилась до 4-7 дней, и они стали сопровождаться светобоязнью. Начало головной боли связывает с погодой, боли купируются приемом э, сумма и комбинированного НПВП – кофеин, димедрол, анальгин. Помимо односторонних пульсирующих болей, описывает двусторонние периодические боли по типу обруча, которые менее продолжительные, купируются простыми НПВП. Она а назвита замужем, двое детей, беременность, роды протекали без особенностей, работает менеджером, курит, злоупотребление алкоголем отрицает, хронических заболеваний нет. Ну, при э, осмотре у пациентки без каких-либо особенностей, да, физикальный осмотр, давление в рамках нормы, да, 110 на 70. В общем-то, что было дальше? Пациентка была проконсультирована неврологом. И ей было рекомендовано исследование головного мозга, да, магнитно-резонансная томография. И, конечно, на этой томографии ничего не нашли. То есть пациентка отправилась дальше там с рекомендациями от этого врача-невролога. Но исследование, обратите внимание, было проведено. Другой случай. Пациентка 62 года, вызов скорой помощи по поводу головной боли. Анамнез на морби. Ухудшение самочувствия 4 дня, когда на фоне дестабилизации цифр артериального давления до 200 на 100 появились жалобы на головную боль, которая с каждым днем нарастала по интенсивности, не купировалась приемом анальгетиков и гипотензивных препаратов. Поводом для вызова скорой помощи стала слабость в левой руке, дезориентация в пространстве, эпизод падения, сонливость, слабость. Пациентка много лет страдает гипертонической болезнью с максимумом давления 180 на 100. Прием гипотензивных препаратов нерегулярный, принимает телмисартан 80 мг. Подъем артериального давления сопровождались часто головной болью, купировались при стабилизации давления. Инфаркты, инсульты отрицает. Около пяти лет страдает сахарным диабетом, по поводу которого принимает метформин. Сахар крови не контролирует. Она на свито работает учительницей, вредные привычки отрицает, замужем двое детей, операции травмы отрицает. При физикальном осмотре состояние средней степени тяжести в сознании несколько заторможено. Ориентировано в месте собственной личности, время назвать затрудняется. Левосторонняя гемипарез, левосторонняя гемианапсия. А, при аускультации в легких дыхание визикулярное, а, тоны сердца ритмичность с частотой 88 в минуту, артериальное давление 180 на 100. А, и а, этой пациентке тоже было выполнено МРТ, и как я думаю, что многие догадались, да, что картина МРТ соответствовала острому нарушению мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне задней мозговой артерии. Кроме того, у пациентки отмечались множественные очаговые изменения вещества головного мозга, единичные постишемические лакура... лакунарные кисты, которые позволяют нам предполагать о том, что это нарушение мозгового кровообращения у нее не впервые, да, что уже, скорее всего, до этого пациентка с этим сталкивалась. И вот, собственно, я думаю, что вопрос достаточно простой, да, в каком из клинических примеров речь идет о первичной головной боли. Ну, конечно, мы говорим о первом клиническом примере и э, вот здесь я уже сделала акцент на том что то исследование которое было в первом примере оно было пациентке не показано а мы попытаемся сейчас ответить что же что же нужно делать этим пациентам с подозрением на первичную головную боль какое нужно до обследования проводить Итак прежде чем пациент к нам заходит визуально мы оцениваем его состояние Первый что мы его спрашиваем, по какой причине он к нам сегодня обратился. Также характеризуем, спрашиваем пациента о характере интенсивности, локализации и радиации боли, а также сопутствующие симптомы, которые могут быть. Что это касается характера головной боли. Касаемо времени, узнаем, как давно началась головная боль. Как часто в принципе в анамнезе возникают головные боли? Число дней а, с болями в течение месяца. А именно мы имеем в виду эпизодическую редкую или частую головную боль или хроническую. Более 15 дней а, с головными болями в месяц. Какова продолжительность эпизодов головных болей? А именно, к примеру, от 4 до 72 часов. Спрашиваем, какова возможная причина головной боли, возможные предрасполагающие или провоцирующие факторы. Факторы, которые могут способствовать к усилению головной боли или уменьшению ее. Также в случае мигрени, к примеру, мы интересуемся наследственным анамнезом. И что сопровождает приступ головной боли. Оцениваем поведение больного. Также степень нарушения повседневной активности работоспособности, ввиду которой он может взять, как уже Светлана Сергеевна сказала ранее, больничный лист, чтобы предпринять какие-то меры для искоренения самой причины. Но не всегда это получается. Здесь еще мне хочется сделать акцент на том, что а, вот первый вопрос, да, сколько типов головной боли у вас имеется? Ну, конечно, конечно, мы не можем а, задать такой вопрос нашим пациентам, потому что, ну, они просто не поймут, о чем вообще идет речь, да, что значит, как, какие типы. А где они вообще бывают? Да? И, конечно, мы должны задавать наводящие вопросы. И здесь речь идет на самом деле не только о головной боли. Здесь вообще идет речь о грамотно собранном анамнезе, в котором, конечно, мы должны быть такими направляющими да, для пациента. То есть мы должны задавать наводящие вопросы. Если мы говорим в контексте головной боли, то мы должны спросить, а у вас бывает такое, что у вас просто с одной стороны голова болит, пульсирует висок, а, и, допустим, появляется тошнота. А бывает ли такое, что у вас появляется ощущение, как будто вам, не знаю, каску одели на голову или обруч, еще вот так его сзади стянули, и вот, вот такое ощущение да, от головной боли. Или же еще какой-то вариант головной боли, да, который они нам могут э, описать. Эти э, наводящие вопросы обязательно нужно задавать пациентам, иначе вы от них ничего э, не добьетесь, никакой информации вы не получите, потому что сколько типов, они, конечно, совершенно будут не ориентированы, какие типы вообще имеются. Ну, все зависит непосредственно от врача, который собирает анамнез, поэтому в первую очередь к нему вопросы. Что касается истории лечения головных болей. Купирование приступа. Спрашиваем у пациента, какие лекарственные препараты пациент использовал ранее или в настоящее время. Классы препаратов не именно класс, а сами препараты, насчет классов мы сами определимся. Простые комбинированные анальгетики, в том числе с кадеином, эрготамин содержащие, и есть ли опыт применения триптанов. Также спрашиваем, каков эффект от лечения, есть ли какая-то динамика с прошествием какого-то времени. Число дней с приемом обезболивающих в месяц и общее число доз в месяц, кратность приема. Также нас интересует профилактическое лечение проводилось ли оно у пациента вот история с числом дней с приемом обезболивающих месяц и общее число доз в месяц а для чего нам это важно это важно нам чтобы понимать не имеем ли мы дело с пациентом у которого появилась лекарственно индуцированная головная боль. Потому что если а, пациент принимает более 8... А, там, таблеток, да, обезболивающих в месяц, то он у нас уже находится в зоне риска возникновения лекарственно индуцированной головной боли, или еще можно ее назвать по-другому абузусной головной болью, лекарственным абузусом, что является достаточно тяжелой историей, тяжелой проблемой, мы поговорим о ней чуть позже. Поэтому вот этот вопрос тоже нужно задавать в межприступном периоде, также при сборе анамнеза, необходимо выявить сочетанную патологию, есть ли у пациента. Ну, конечно, диагноз двери мы и так проводим, когда пациент к нам заходит, оценим пол, возраст в первую очередь, и спрашиваем, есть ли сопутствующее нарушение или жалобы вне эпизодов головных болей, наличие коморбидных нарушений, а именно тревога, депрессия, панические атаки, нарушение сна и другие болевые синдромы. Ну, соответственно, собираем грамотно анамнез. А далее, вот мы говорили о том, что мы не можем задать вопрос по типу головной боли пациента. Также мы как-то должны проиллюстрировать, да, и для себя в том числе, и чтобы понять вообще, насколько выражен болевой синдром у пациента, мы предлагаем ему заполнить вот такие какой-то вариант визуально-аналоговых шкал боли. А, собственно, их несколько, да, вот есть вариант горизонтальной линии от отсутствия боли до самой сильной боли, где пациент делает отметку. И здесь мы говорим не только, опять же, о головной боли, здесь речь идет вообще о любой боли. Чтобы нам понять, насколько у пациента выражен болевой синдром, мы можем предложить ему заполнить вот такие шкалы. Или же вот цифровая рейтинговая шкала, потому что кому-то проще, да, отметочку сделать на цифре. Есть всевозможные варианты, например, для детей или для пожилых пациентов, которые могут по даже, да, вот изображению этих смайлов, изображению лица определить, да, соответствующую степень боли, выраженности боли. Ну, вот тоже вариант а, такой таблицы, инструмента оценки боли, а, когда а, мы, мы можем понять, насколько выражен болевой синдром у пациента. При объективном осмотре. При первичных головных болях а, изменения в соматическом и неврологическом статусе не выявляются, однако может что обнаруживаться. Напряжение и болезненность при пальпации мышц лица, затылка и шеи. Мышечно-тонические или миофасциальные синдромы ладонный гипергидроз, синдром Рейно, признаки гипервентиляции и повышенной тревожности. У пациента с кластерной головной болью во время приступа психомоторное возбуждение и типичные локальные вегетативные симптомы на стороне боли, а именно слезотечение, ренорея и другие. Что касается вторичной головной боли, мы находим тесную временную связь между началом течения головной боли и началом течения причинного заболевания. Также выявляем при осмотре дополнительное обследование признаков этого заболевания и облегчаем, прекращаем головную боль при облегчении или излечении причинного заболевания. Как уже ранее сказано, первопричину искореним, и головная боль пройдет. Примеры диагноза вторичной головной боли. Самая одна из распространенных в практике врачей-терапевтов при гиперкризах – головная боль, связанная с гипертоническим кризом. Как вариант, головная боль, связанная с тяжелой травмой головы, связанная с глаукомой, головная боль, связанная с дисфункцией височно нежно сустава и других, а также связанная, к примеру, с бактериальным менингитом. Диагностика вторичных головных болей направлена на выявление причин заболевания и требует междисциплинарного подхода. Что касается инструментальной и другой лабораторной, ну допустим, лабораторной диагностики в случае первичных головы, головных болей, она никакой ценности не несет. В случае исследования показано при трех ситуациях нетипичное течение головных болей, к примеру, у пациента с мигренью одна и та же сторона мигренозной боли без смены сторон, или продолжительность ауры более часа, наличие одного или более сигналов опасности, о которых чуть позже с вами поговорим и обсудим, или требования пациента, потому что пациенты к нам приходят разные. И вот перед вами перечень настораживающих симптомов, которые как раз должны нас подвигнуть на то, чтобы сделать какие-то дополнительные исследования. Еще раз повторим то, что при первичной головной боли, поскольку нет никакого повреждения органического в головном мозге, эти исследования не нужны. Если мы говорим про вторичную головную боль, это междисциплинарный подход, возможно, это консультации смежных специалистов, инфекциониста, травматолога, да, уже непосредственно по той причине, которая вызвала вот эту вторичную головную боль. И вот а, те самые настораживающие симптомы, а, которые должны нас подтолкнуть на то, чтобы провести какое-то дополнительное исследование. Головная боль, впервые возникшая после 50 лет или изменившая свое течение. А громоподобная головная боль ⁇ это... Очень выраженная по шкале ваш до 10 баллов сильная головная боль. Строго односторонняя головная боль тоже является показанием для дополнительных исследований. Прогрессивно ухудшающаяся без ремиссий. Внезапно возникшая необычная для пациента головная боль. Конечно, несомненным поводом для компьютерной томографии или для магнитно-резонансного исследования является изменение сферы сознания. Для тех врачей, кто работает а, в стационарах скорой помощи, это, а, ну, знаете, такой алгоритм, а, святой алгоритм, то есть если при, приезжая, привозит скорая медицинская помощь пациента с нарушением сознания, первым делом ему нужно сделать а, компьютерную томографию, да, то есть дополнительное исследование. Конечно, очаговые неврологические знаки, а, симптомы системного заболевания. Признаки внутричерепной а, гипертензии. Здесь важно понимать, что достаточно частым диагнозом, вот как ни странно, в амбулаторных картах идет внутричерепная гипертензия. Хотя это в корне неверно, потому что чтобы... что такое внутричерепная гипертензия? Это нарушение оттока ликвора. Чтобы нарушался отток ликвора, должна быть какая-то органический субстрат. Чаще всего это опухоль головного мозга. У нас же в амбулаторных картах а, почему-то как-то вот в легкую пишется этот диагноз внутричерепной гипертензии. И при внутричерепной гипертензии при опухоли головного мозга отмечается а, также выраженный а, болевой синдром, а, выраженная головная боль, часто а, облегчающаяся при смене положения тела, потому что при определенном положении а, может улучшаться отток ликвора, соответственно, а, головная боль может а, также уменьшаться. А, то есть это вот а, такой вот важный момент, почему-то как-то вот на него... Амбулаторные врачи часто не обращают внимания и, и как-то вот всем диагноз этот внутричерепной гипертензии устанавливают. Просто так. А любые системные заболевания, онкологические, тоже повод для выполнения дополнительных исследований. Дебют головной боли во время беременности и неэффективность адекватного лечения. Ну, мы с вами вот перечислили вариант да, красных флагов предыдущий. Есть еще и в зарубежной литературе тоже разные подходы да, для, для запоминания более легкого. Ну, тут на самом деле текста много, но вот в Великобритании используется такой вот алгоритм СНУП-4, СНУП-4. Кто знает английский, приводится как вынюхивать, да, шпионить. И вот перед вами английский алгоритм, который вот по первым буквам, да, можно как раз прочитать СНУП, то есть 2 О 4П. Российским аналогом является аббревиатура НПВС. Тоже вот вы можете прочитать с определенной симптоматикой. И это все является те самые красные флаги, которые мы с вами а, перечислили да, вот на предыдущем слайде. Просто это удобность а, запоминания. Привет. Да. А какие же дополнительные а, исследования можно провести пациентам с жалобой на головную боль, если мы а, что-то подозреваем? Ну, естественно, это компьютерная томография, магнитно-резонансные исследования, а, компьютерная томография с а, а, ангиографией электроэнцефалография, дуплексное сканирование, рентгены, ультразвуковое исследование магистральных сосудов. Это и исследование глазного дна, лор-исследование, люмбальная пункция. То есть вы можете обратить внимание на то, что арсенал исследований достаточно велик. Ну и, резюмируя, скажем так, основные принципы диагностики головной боли. Диагноз устанавливается в соответствии с той формой головной боли, которая имеется у пациента в настоящий момент или отмечалась в течение последних шести месяцев. Как мы уже говорили, что у одного пациента может встречаться несколько типов головной боли. Она, например, вот если мы говорим про первый клинический пример, да, который мы озвучили, если вы обратили внимание, там были описаны головные боли по типу мигрени, а далее пациентка описывала головные боли по типу обруча. Да? То есть мы здесь уже говорим про два варианта первичной головной боли. Это мигрень и головная боль напряжения у пациентов более старшей возрастной группы может присоединяться еще и вторичная головная боль, например, если он еще и страдает гипертонической болезнью, этот пациент. Все это должно быть внесено в диагноз. Кроме того, для дифференциальной диагностики мы определяем, какой характер имеет головная боль, эпизодический или хронический, и уже соответствующий подход к лечению будем применять. И после основных форм головной боли в диагноз вносятся важные коморбидные и сопутствующие неврологические нарушения, которые тоже учитываются в выборе лечения. Поговорим более конкретно о первичных головных болях. Чаще всего к нам, конечно, встречаются головные боли напряжения в 65-70% случаев, и мигрени 13-22%. Остальные, конечно, менее. А касаемо мигрени, поговорим: это хроническое заболевание, которое проявляется приступом приступами пульсирующей односторонней головной боли, которая продолжается от 4 до 72 часов и сопровождается повышенной чувствительностью к свету, звуку, возможно, тошнотой или рвотой. Проведенное исследование показало, что в среднем распространенность данной патологии составляет 14%, больше превалирует в женской популяции в 17% и 8% среди мужчин. По данным наших, наших исследований, в России распространенность мигрени за один год составляет 20,8%, что существенно, конечно, превышает показатели большинства стран мира. Мигрень без аура в 13,5% случаев процента, и мигрень с аурой в 2 и 4 процентах. Ну, надо сказать, что история изучения мигрени насчитывает, пожалуй, что не одно тысячелетие. И еще за три тысячи лет до нашей эры шумерский поэт, имя которого даже не сохранилось, описывал головные боли, которые сопровождались возникновением слепоты. А, конечно, куда без Гиппократа, а, непосредственно Гиппократ подробно описал случаи мигрени с предшествующими головными болями, зрительными нарушениями и рвотой во время приступа. Ну, конечно, в те времена всех пациентов предлагалось лечить либо кровопусканием, либо настоем мочегонных трав. Собственно, вот это было такой главной рекомендацией по лечению мигрени в те времена. А Цель, трудившийся в первом веке до нашей эры, тоже знал а, хорошо это заболевание, а, но отмечал очень важный момент, что а, заболевание длится всю жизнь, но ей не угрожает. И это, кстати, мы должны а, объяснять пациентам а, с мигренью, что, а, в общем-то, а, современные методы лечения и подходы а, позволяют а, минимизировать частоту а, приступов мигрени, улучшить качество жизни пациентов, но мы не даем а, ему гарантию, да, пациенту, что а, он полностью избавится от этих приступов, да, то есть приступы могут продолжаться в течение всей жизни. А самое подробное по тем временам описание мигрени. Принадлежит Аретею Каппадокийскому, который даже э, сделал такую классификацию э, различных болей, выделив э, цефалгии э, непродолжительные боли э, и э, назвав цефалии хронические головные боли. А мигрень он присвоил название гетерокрания. Во втором веке наш эрголен э, заменил название гетер, гетерокрания э, на термин гемикрания. И по его мнению, гемикрония – это болезненное недомогание, затрагивающее половину головы, как правую, так и левую, при котором боль распространяется вдоль продольного шва. Ну и вроде как бы современное название мигрени, возможно, является искаженным термином галена. Касаемо клинической картины. Приступообразные, чаще односторонние головные боли, со средней частотой 2-4 раза в месяц, а также различными сочетаниями неврологических, желудочно-кишечных и других вегетативных проявлений. Также боль чаще пульсирующего и давящего характера обычно захватывает половину головы и локализуется в области лба и виска, также вокруг глаза. Приступ обычно сопровождается тошнотой, повышенной чувствительностью к дневному свету, фотофобии и звуком фонофобии боль усиливается от обычной физической активности. В принципе, то, что было изложено уже в первом пункте. А также в приступе выделяют четыре основных стадии. Это продром, предвестники головной боли, аура, стадия самой непосредственно головной боли и постпродром, стадия разрешения. Приступы провоцируются эмоциональным стрессом, изменением погоды, менструацией, духотой, голодом, недосыпанием или избыточным сном, а также приемом алкоголя. Очень часто красное вино является провоцирующим фактором, вот если говорить про алкоголь, а если говорить про просто жидкость, то достаточно часто является кофе провоцирующим фактором для возникновения приступа мигрени обратимся к классификации мигрени. Она бывает с аурой, без ауры, хронической, осложненной или, возможно, если мы только можем заподозрить это заболевание. А также эпизодические синдромы, которые могут сочетаться непосредственно с мигрением. Для быстрой самодиагностики или диагностики мигрени используется анкета ID-мигрень. Задаем вопросы. За последние три месяца сопровождалась ли ваша головная боль следующими симптомами тошнотой или рвотой, непереносимостью света и звуков, а ограничивала ли головная боль вашу работоспособность, учебу или повседневную активность как минимум на один день? Если два утвердительных ответа, это с высокой степенью вероятностью будет мигрень. Касаемо лечения основывается на трех Принципах. Первое ⁇ поведенческая терапия, в которой уже несколько раз ранее в выпусках было сказано. Второй принцип ⁇ купирование уже разрешившегося приступа. И третий ⁇ это профилактическое лечение, направленное на предотвращение последующих приступов. Древние египтяне прибегали к магическим формулам. В самых серьезных случаях они отваживались на трепанацию черепа, для того, чтобы злые духи вышли из головы больного. Конечно, у нашего... что мы не в среднем. Разумеется. Так. Ну вот мы сказали о том, что а, три а, главных пункта да, в лечении а, мигрени, но ну, на самом деле и любой формы первичной головной боли – это поведенческая терапия, это купирование развившегося а, приступа и профилактическое лечение, если оно этому пациенту а, необходимо. Говоря о лечении, а, нужно понимать, что а, а, Подход к пациенту должен зависеть от того, какие еще есть а, заболевания у данного пациента, какой возраст у пациента, какой пол у пациента, какие вредные привычки. Это все мы должны учитывать, когда назначаем а, нестероидные противовоспалительные препараты. Мы оцениваем эффективность и возможные побочные эффект, эффекты. Потому что если перед нами пациент, с, например, с язвенной болезнью желудка 12-перстной кишки, да, мы должны уже думать, какие еще дополнительно препараты назначить, да, чтобы нивелировать эффект нестероидных противовоспалительных препаратов на стенку желудка да, 12-перстной кишки. А нестероидные противовоспалительные препараты более эффективны, чем ацетилсалициловая кислота, которая в свою очередь более эффективна, чем парацетамол. То есть а, линия назначения препаратов для лечения головной боли начинается по сути с парацетамола. Да? Если он неэффективен, назначаются другие препараты уже из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Здесь нужно сказать, что сейчас появляются новые препараты, точнее формы препаратов – это диспергируемые, быстро всасывающиеся, например, в полость рта да, препараты, которые обладают, соответственно, быстрым обезболивающим эффектом и минимизируется действие на желудочно-кишечный тракт. Да, то есть здесь мы тоже должны оценивать да, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Применение нестероидных противовоспалительных а, препаратов а, возможно у пациентов с эпизодической головной болью а, при частоте эпизодов головной боли не более двух раз в неделю. А, здесь нужно понимать, я уже говорила об этом, что мы можем столкнуться просто, если мы будем бесконечно назначать лекарственные препараты, да, нестероидные, мы можем столкнуться с лекарственно индуцированной головной болью. И также важно знать, что ведь не только голова может быть болеть у пациента, да, и он по этому поводу принимает нестероидный противовоспалительный препарат, у него может заболеть, не знаю, спина может заболеть колено, и он тоже принимает нестероидный противовоспалительный препарат. И если посчитать, в общем, сколько он их принимает, да, то это является основным фактором риска для возникновения лекарственно индуцированной головной боли использование комбинированных средств, содержащих парацетамол, ацетилсалициловую кислоту, кофеин, конечно, более эффективно, но это тоже фактор риска развития лекарственно-индуцированной головной боли. То есть мы на старте нашей терапии должны отдавать предпочтение монопрепаратам. Купирование приступа мигрени зависит от степени выраженности собственно этого приступа. Если мы говорим про нечастые приступы слабой умеренной интенсивности, то здесь мы отдаем предпочтение простым или комбинированным анальгетикам, но в первую очередь простым. При выраженной тошноте рвоты мы можем порекомендовать противорвотные средства. Вот перед вами, в общем-то, препараты, да, которые можно использовать для симптоматической терапии приступа мигрени. Вот первого этапа, когда приступ слабый и умеренной интенсивности. Если мы говорим про интенсивные боли и, в общем-то, значительную дезадаптацию пациента, то здесь, конечно, нам уже необходимо прибегать к другим препаратам. Это препараты из группы триптанов или агонисты серотониновых рецепторов. Почему предпочтение отдается этим препаратам? Потому что одним из предположений развития вот патофизиологии -пато развития мигрени является дефицит серотонина. То есть таким образом мы вот улучшаем да, сродство серотонина с клетками, и, соответственно, можем облегчить состояние наших пациентов. А эффективность трептанов гораздо выше при их раннем назнач... назначении, когда интенсивность не такая выраженная у боли. В целом эти препараты хорошо переносятся. Ну вот перед вами, да, кроме того, эти препараты, например, суматриптаны, имеют различные формы, в том числе и назальные спреи, ректальные свечи. То есть, собственно, достаточно большой арсенал препаратов, которые мы можем назначить. Говоря о профилактической терапии, она тоже имеет свои показания. Два основных показания для проведения профилактической терапии при мигрени – это три и более тяжелых дезадаптирующих приступа головной боли в месяц. Ну, дезадаптирующие – это ситуация, когда пациент, к примеру, должен брать больничный лист, чтобы побороть свою мигрень. При адекватном купировании приступов или более 8 дней с головной болью в месяц тоже является показанием для профилактического лечения. И пациенты с пролонгированной аурой даже при небольшой частоте приступов. А, кроме того, существуют другие показания к профилактическому а, лечению мигрени, и они уже должны оцениваться уже непосредственно в зависимости от, от того пациента, который а, перед вами а, с проблемой мигрени. Это неэффективность и плохая переносимость э, препаратов, это хроническая мигрень, это лекарственный абузус, тот самый, о котором мы постоянно говорим, э, это подтипы мигрени, которые э, предоставляют э, риск в отношении повреждения мозга. Это когда сам пациент предпочитает профилактическую терапию для облегчения течения мигрени. То есть все это, естественно, мы должны учитывать, назначая профилактическое лечение. И если мы говорим про профилактику, то это чаще всего длительное назначение препаратов. Это назначение препаратов до года но ну, в среднем полгода год мы эти эти препараты назначаем пациенту с естественно постепенной отменой основным критерием эффективности профилактической терапии является снижение числа дней с головной болью после трех месяцев лечения не менее чем на 50 процентов от исходного тогда мы говорим о том что это профилактическое лечение нашему пациенту помогает ну и перед вами препараты, лекарственные препараты для профилактического лечения первого выбора. К ним относятся бета-блокаторы, к ним относятся противоэпилептические препараты, к ним относятся ботулинический токсин, который тоже достаточно часто и успешно, и эффективно используется для лечения мигрени, делаются инъекции в непосредственно триггерные точки и а, пациентам а, становится значительно легче. Но здесь мы чаще всего говорим про хроническую мигрень. И а, препараты, которые стали м, уже, в общем-то, использоваться у нас достаточно часто, это моноклональные антитела, тоже могут быть использованы как препараты первой линии профилактики. Препараты второго, второй линии профилактики а, перед вами тоже вот в табличке указаны. Это и антидепрессанты, и антиконвульсанты, и тоже э, ряд бета-адреноблокаторов. -бета а, в общем-то, опять же, повторюсь, то, что вот спектр а, препаратов, которые мы можем назначать, он достаточно большой. Кроме того, пациентам а, может проводиться и а, немедикаментозное а, лечение, всевозможная мануальная терапия, а, лечебная гимнастика, иглорефлексотерапия. То есть а, арсенал а, помощи а, таким пациентам достаточно большой. Чуть-чуть а, подробнее поговорим о головной боли напряжением. Следующий, Это... а? Следующий вид головной да. боли. Да одна из наиболее распространенных форм а, первичной головной боли, которая проявляется двухсторонней головной болью, давящего или стягивающего характера, слабой или умеренной интенсивности, продолжительностью от 30 минут до нескольких суток. А, головная боль в популяции, именно головная боль напряжения, на протяжении жизни составляет 78%. У женщин встречается несколько чаще, приблизительно по отношению к мужчинам, в 5 к 4. Средний возраст начала таких головных болей от 25 до 30 лет. Вот у нас здесь в студии присутствуют студенты. Я думаю, что... Каждый из них, слушая долго-долго монотонные скучные лекции и чувствуя голод, испытывал ту самую головную боль напряжения, потому что она действительно достаточно часто встречается у студентов, у людей, кто по какой-то причине не может отвлечься, чтобы там перекусить, потому что очень часто провоцирующим фактором является именно голод. Итак... Обратимся, опять-таки, к классификации головной боли напряжения. Она бывает нечасто эпизодическая, часто эпизодическая, также хроническая головная боль напряжения и, возможно, головная боль напряжения. Нечасто, часто или хроническая. Касаемо диагностики. Так же, как и мигрень, она является исключительно клинической. То есть выявляется только при общении непосредственно с пациентом. Обобщенные диагностические критерии головной боли напряжения. Это продолжительность головной боли от 30 минут до 7 дней, как было сказано ранее. Также она имеет как минимум две из следующих характеристики. Это двухсторонняя локализация, характер боли давящий, сжимающий и не пульсирующий. Бывает легкой или умеренной интенсивности. Также боль не усиливается от обычной физической активности. Оба симптома из ниже перечисленных. Отсутствие тошноты или рвоты. Возможно, единственное, что снижение аппетита. Только фото или только фонофобия. Также головная боль не связана с другими расстройствами. Проведем диагноз между мигренью и головной болью напряжения. Касаемо локализации болей подытожим. Мигрень – это чаще односторонняя головная боль, половина головы. А, типичное чередование сторон. А, преимущественно висок, область глаза, лоб а, и темя. В то время как головная боль напряжения это двусторонняя диффузная боль а, в области висков, темени или затылка. Характер боли. В случае мигрени это чаще пульсирующий характер, в то время как боль напряжения э, характеризуется сжимающей, поясующей по типу обручи или каски головной боли. Интенсивность боли э, в случае мигрени это невыносимая боль сильная, по шкале ВАШ более 8 баллов, э, а в случае боли напряжения она слабая или умеренная 3-5 баллов по данной же шкале. Сопутствующие симптомы в случае мигрени могут быть тошнота и или рвота, фото или фонофобия. Головная боль напряжения редко сопровождается тошнотой. Возможно присутствие либо фото, либо фонофобии. Одно из, этих, из двух. Связь интенсивности боли и физической нагрузки. В случае мигрения обычно физическая нагрузка усиливает боль, в то время как головная боль напряжения она никаким никак, образом не зависит от э, физической нагрузки. Провоцирующие факторы. В случае мигрени это эмоциональное перенапряжение, перемена погоды, избыточный или недостаточный сон, а менструация, алкоголь, голод, духота. Главная боль, напряжение э, имеет эмоциональный стресс, вынужденная э, неудобная поза, вызывающая напряжение мышц головы или шеи. Наследственность характеризуется только, имеет место в случае мигрени у 60% пациента. Лечение головной боли напряжения соответствует тем же принципам, как и в случае мигрени, из тех же трех принципов. Поведенческая терапия, купирование уже развившегося приступа, а также профилактическое лечение, направленное на предотвращение приступов в дальнейшем. Для купирования болевых эпизодов, головной боли и напряжения рекомендованы простые анальгетики, НПВ, НПВП. В качестве препарата первого выбора рекомендован ибупрофен в дозе 400 мг. В принципе, с возможным спектром можем ознакомиться на этом слайде. Ибупрофен, кетопрофен, аспирин, анапроксен, диклофенак, парацетамол. Профилактика. Для пациентов с хронической головной болью и напряжения и частой головной болью напряжения исключительно антидепрессанты. Конечно, лучше посоветоваться еще с нашими коллегами, психиатрами в дальнейшем для назначения таких препаратов, но тем не менее мы вправе их назначить и сами. Эффект антидепрессантов обусловлен а, противоболевым действием вследствие усиления активности а, антиноцептивных систем. Лечение считается эффективным, если частота эпизодов головных болей напряжения сокращается через 3 месяца после начатой терапии на 50% и более от исходной. Лечение наиболее эффективным антидепрессантом, амитрептилином, начинают с небольших доз и затем уже титруют в большую сторону. В качестве препарата второго выбора рекомендованы мертозепин и венлофоксин. Третьего выбора – это другие три и тетрациклические антидепрессанты. Также можете ознакомиться с препаратами для профилактики лечения головной боли и напряжения – это амитрептилин, о котором мы уже ранее говорили, и это, соответственно, указано дозировки. Итак, при общении с пациентом в случае уже назначенного нами лечения, мы объясняем пациенту целесообразность терапии антидепрессантами, механизмы действия и возможные побочные эффекты назначаемых нами препаратов. Также, как уже было сказано ранее, мы объясняем, что начинаем с малой дозы и постепенно ее увеличиваем для минимизации побочных эффектов. Также лечение наше должно быть длительное, на протяжении 6-12 месяцев. При отсутствии эффекта в течение трех месяцев следует отменить выбранное средство и назначить другой препарат или комбинацию средств. При наличии продолжительного положительного эффекта через полгода следует прекратить профилактическое лечение. Какие у нас еще варианты в плане методов лечения? При неэффективности или плохой переносимости амитрептилина и при наличии тревожно-депрессивных появлений можно назначить антидепрессанты из группы СИОЗ. Это пароксетин, флоксетин, сертолин и другие. Но опять-таки это уже стоит поговорить с нашими коллегами-психиатрами и направить пациента непосредственно к ним. В качестве дополнительной терапии хронической головной боли напряжения, особенно у пациентов с выраженным напряжением перекраниальных мышц, могут использоваться миорелаксанты – тизанидин в дозировке 6-8 мг в сутки. Хорошей эффективностью обладают и нелекарственные методы. Также дополнительный способ терапии в комбинации с другими нелекарственными средствами, методами лечения – и фармакотерапии являются блокаторы триггерных точек с использованием местных анестетиков: это лидокаин или бупивикаин. А, к примеру, ботулинотерапия не рекомендована для профилактического лечения головной боли напряжения. Ну и про лекарственно индуцированную головную боль, о которой до этого так много говорилось: что же это такое? Это форма хронической ежедневной головной боли которая является осложнением существовавшей, как правило, ранее первичной головной боли, мигрени или головной боли напряжения, и возникшей в результате злоупотребления препаратами для лечения головной боли или другого вида боли. Надо сказать, что изучая анамнез пациентов с лекарственно-индуцированной головной болью, чаще всего обнаруживается, что некоторое время назад эти пациенты страдали эпизодическими приступами мигрени, например, в 70% случаев, и около 30% случаев это были эпизоды головной боли, напряжения. И, в общем-то, под влиянием ряда факторов, которые получили свое название как «факторы хронизации», у пациентов и с мигрени с головной болью напряжения происходит постепенное учащение головной боли что это за факторы это эмоциональный стресс депрессии тревожные расстройства которые могут сопровождать головную боль а в числе дополнительных факторов способствующих злоупотреблению это достаточно распространенная методика которую придумали наши пациенты Uh, это действительно так, они часто пользуются этим. Это прием анальгетика впрок. <coughs> То есть вот я сейчас выпью uh, лекарственный препарат, выпью обезболивающее, и у меня uh, не будет болеть голова там. Uh, соответственно, <coughs> естественно, это обусловлено страхом и тревогой перед возможной болью, но надо объяснять, что так делать нельзя. Uh, обезболивающие препараты впрок не применяются. Появление более сильной боли при попытке отмены а, обезболивающих препаратов. Тоже это как фактор до да, страха и а, тревоги пациента. Прием, прием обезболивающих препаратов по другим показаниям. Я тоже об этом уже сегодня говорила. Например, может болеть и колено, может болеть спина, что угодно может болеть. Принимаются бесконечно обезболивающие препараты и получаем то, что, то, что получаем. Да, лекарственно индуцированную головную боль. И, конечно, другие зависимости, если мы имеем дело с наркоманом, если мы имеем дело с алкоголиком, к сожалению, у таких пациентов будет большая предрасположенность к появлению лекарственно индуцированной головной боли. На самом деле первое наблюдение о хронической ежедневной головной боли на фоне избыточного приема анальгетиков было сделано в Швейцарии где среди сотрудников фармацевтического завода, которые бесплатно выносили оттуда лекарства, было отмечено появление вот этой вот головной боли. Они без ограничений могли принимать обезболивающие препараты, которые содержали феноцитин. В настоящее время установлено, что лекарственно индуцированная головная боль составляет до 20% среди других видов головной боли. И ее распространенность в общей популяции составляет где-то 2% у взрослых, 0,5% среди людей, среди лиц юношеского возраста. А вот очень интересно, что по данным популяционного исследования, которое было проведено в Германии, до 1% страны, возможно, принимают около 10 таблеток анальгетиков ежедневно. А, анализ 300 историй болезни клиники головной боли, которая находится в городе Москва, показал, что чаще всего лекарственно индуцированная головная боль вызывалась избыточным приемом цитрамона. Цитрамон, мне кажется, вообще любимый препарат да, пациентов наших. Цитрамона, седалгина, пенталгина. Пенталгина, обратите внимание, это как раз комбинированные препараты, да, нестероидные, противовоспалительные, комбинированные. Кофетин и сочетание нескольких анальгетиков. Процентное распределение как раз вот перед вами диагностика лекарственно-индуцированной головной боли, собственно, лекарственный абузус способствует увеличению количества эпизодов головной боли и рассматривается как один из ведущих факторов хронизации головной боли, мигрени, да, или головной боли напряжения. Лекарственно-индуцированная головная боль это чаще всего утренняя, monotонная Головная боль, которая связана с чем? С тем, что пациент ночью спал, лекарственный препарат не принял. Вот как только он его принимает, у него, соответственно, уменьшается на какой-то промежуток времени головная боль, а потом ему необходимо опять принять следующий препарат. Основным диагностическим критерием, потому что в какой-то момент становится достаточно сложно разграничить состояние хронической головной боли. Да, мигрени или головной боли напряжения и вот этой вот лекарственно индуцированной. Здесь ну, поможет только а, вот этот вот критерий, а, число дней с приемом обезболивающих средств в месяц. То есть если пациент принимает огромное число анальгетиков, соответственно, мы можем уже а, заподозрить лекарственный абузус. Как я уже сказала, наибольший риск возникновения отмечается при использовании комбинированных анальгетиков, естественно, при назначении и употреблении препаратов, которые содержат наркотические компоненты, барбитураты, кофеин. Как мы говорили про вообще любые формы первичной головной боли, какие-либо инструментальные исследования нам тут не друзья, они нам просто не помогут, потому что органического субстрата мы там просто не найдем. И вот один из таких информативных методов диагностики является дневник головной боли. Как вот да, дневник артериального давления существует. Вот есть такой дневник контроля головной боли. Пациент отмечает время возникновения эпизодов головной боли, отмечает количество препаратов, отмечает какие препараты он принял. И из этого всего мы можем уже сделать какие-то выводы. Лечение. Ну, естественно, мы все это должны проговаривать с пациентом, объяснять ему поведенческая терапия. Несомненно, отмена препаратов злоупотребления и подбор обезболивающего препарата из другой фармакологической группы. А также в тяжелых ситуациях, они тоже встречаются, пациентам выполняется детоксикация, в которой могут... Использоваться амитрептилин внутривенно, используется регидратация, могут быть использованы кортикостероиды и, собственно, назначается профилактическое лечение головной боли. И чаще всего здесь предпочтение отдается препаратам антидепрессантам и антиконвульсантам. Есть такой специалист, который занимается непосредственно головной болью. Он называется цефалголог. Перед вами ситуация и основания для консультации вот этого специалиста. Это диагноз неясный даже после полного обследования пациента, диагноз кластерной головной боли, подозрение на вторичную головную боль как проявление серьезного заболевания. Например, мы с вами говорили о опухоли головного мозга. Да, возможно, здесь нужны какие-то еще методы, да, чтобы а, купировать головную боль у пациента. Если, например, это а, опухоль инкурабельна, да, то есть мы не, ничего не можем сделать, мы не можем прооперировать пациента, но мы должны облегчить а, пациенту а, жизнь, да, чтобы он... А, должны улучшить качество жизни этого пациента. Длительность ауры более часа, резистентность к проводимому лечению. Я уже сказала, что существует в Москве клиника головной боли. Если у вас есть такие пациенты, вы можете направлять их на консультацию в клинику головной боли академика Вейна. Там как раз более узкие специалисты могут подобрать более такое да, необходимое лечение для конкретного пациента. А, ну, у нас новый год, новый вызов, да, и, а, конечно, мы а, должны сказать пару слов про а, ковидную, да, историю, да, про а, пандемию коронавируса. И а... Сейчас в, больших, в большом количестве иностранной литературы обсуждается, и литература нашей страны обсуждается так называемый лонг-ковид, то есть синдром, да, когда вирус длительно находится, персистирует в организме человека. Соответственно, вот головная боль является одним из наиболее частых симптомов лонг, вот этого лонг ковида, да, такой термин. И, в общем-то, сейчас идет изучение в этом отношении, уже есть данные, о причинах возникновения головной боли в результате а, перенесенного ковида и персистенции этого вируса. Это и активация иммунной системы, это и предыдущий анамнез головных болей, и это, и, возможно, какие-то изменения в белом сером веществе головного мозга, активация тригемино-васкулярной системы. То есть это все изучается и обсуждается. Но такие, категория таких пациентов а, уже есть, и она уже обращается а, за помощью. Это нужно знать. Итак, выходя на финиш. Резюмируя. Да, прямую подытожим. Диагностический алгоритм. Узнаем жалобы, анамнез, семейный анамнез и применение критериев, которые были уже сказаны ранее. При объективный осмотр совершаем. Неврологический статус оцениваем, соматический статус. После чего сравниваем с типичной клинической картиной тех случаев, которые мы сегодня проговорили. Выставляем диагноз мигрень, головная боль, напряжение. Ну, соответственно, х... если нас все устраивает да, в клинической картине, если она совершенно типична для пациента, если мы ничего не нового да, не увидели для себя при осмотре, соответственно, мы предполагаем, что это первичная форма вид. головной боли. И в зависимости от этого назначаем лечение, да, уже там диагноз проводим. Но в случае нетипичной клинической картины, выявления сигналов опасности, о которых Светлана Сергеевна более конкретно рассказывала ранее, диагностических критериев вторичной головной боли, мы проводим все-таки необходимые диагностические исследования. МРТ, КТ, лабораторные исследования. Или обращаемся за консультацией к другим специалистам. Также предполагаем уже определенный диагноз вторичной головной боли и назначаем лечение. Поскольку здесь у нас в зале присутствуют студенты, тоже хочется сказать, что вот это вот да, консультации специалистов, это вроде бы кажется, что ну там всем показали, да, назначили, там все посмотрели. На самом деле в случае, если вы встречаете в своей практике сложного пациента к нему нужно подходить всем вместе. Да? Вот вы должны вместе собраться и написать так называемый консилиум да, по пациенту, по сложному пациенту, и вместе резюмировать и сделать какой-то вывод, да? и в соответствии с этим да, уже назначить лечение да, для пациента или какое-то дальнейшее да, обследование. То есть здесь уже речь идет о формировании консилиума по пациенту, по сложному пациенту. Предлагаем зафотографировать данные алгоритмы, чтобы всегда держать под рукой. Какие вопросы необходимо задать пациенту с жалобами на головные боли, чтобы исключить вторичную симптоматическую головную боль. Выявляем один из более положительных ответов на имеющиеся вопросы. Успели сфотографировать? Также вспоминаем первичную, классификацию первичной головной боли, которую мы... Чаще встречаемся на нашем приеме непосредственно несколько тезисов э, касаемо клинической картины э, и, собственно, да, и прогноз прогнозируем. Естественно, что э, и это, кстати, нужно, опять же, доносить до пациентов, потому что, э, конечно, когда ну ты не знаешь, какой прогноз э, в твои твои проблемы, ты Пациент может, это может быть лишним поводом для возникновения беспокойства, нарушений сна, каких-то депрессивных состояний. Конечно, нужно объяснять, что своевременная и правильная поведенческая терапия, эффективное купирование болевых эпизодов, если это необходимо профилактическое лечение, в общем-то, позволяет существенно снизить количество дней с головной болью. Когда мы говорим о про мигрени, про головную боль напряжение и, собственно, нормализовать эмоциональное состояние и восстановить работоспособность пациента, если это необходимо. И, естественно, для хорошего прогноза важными предпосылками является модификация образа жизни пациента, разрешение конфликтов, избегание провоцирующих факторов, факторов хронизации. Да? То есть это все обязательно нужно доносить до пациентов. И э, это уже не первая лекция в рамках программы Гиппократ по головной боли. Вы можете посмотреть предыдущие лекции, посвященные головной боли. И я очень люблю э, заканчивать эту лекцию: э, вот такой цитатой: человек, страдающий головной болью, является медицинской сиротой. Он проходит путь от офтальмолога к отоларингологу, невропатологу, стоматологу. Ему назначают массу анализов и дают огромное количество лекарств, а в конце концов, он остается один на один со своей головной болью. Я надеюсь, что ваши пациенты не останутся один на один со своей головной болью. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Всего хорошего.